А там Lucky Blast заезжает в тыл, и Креспик до сих пор в КД выхватывает первый шот, второй, третий, четвертый. Будет наверняка Креспик еще и ВЗ-шка собьет ли? Собьет ли ВЗ-шка? Потому что захват 0 практически, и все-таки успевает сбить британец. И здесь есть уже урон по лютому Павла. Захват не пройдет. Три танка ваншотные очень здорово поделили КП. Там два остается, один забрали, второй забрали. И отлично действует Синерджи в рамках тимфайта. Но Lucky Blast уже откадешился. Он уже два снаряда из следующего барабана выдал. Сейчас будет выезжать и просаживать Михайлова. Все правильно делают Расти Ростерс. Они минусуют стволы. И сейчас ситуация 5-3, где достаточно сложно будет что-то сделать команде Синерджи. Dreamlike просажен. Happy Bubble получает также урон. И догонять лютого того же самого Lucky Blast будет достаточно сложно. Dreamlike вообще всю дорогу крутит башни. Ну, правильно, он хочет просто отдать шот, разменяться по шотам. И неплохо, кстати, у него получается. Dreamlike выдает урон, проседает очень сильно. Команда Расти Ростерс в этом переулке не ждали. Они просто из-под воротки такого. И Креспикс начинает раздавать барабан. Очень много времени теряет лишь на том, что разведывает. Очень много информации. Пати проседает, остается ваншотный. Все-таки контратака от команды Кноки берет. Посмотрим, чем все закончится. Хелфиш двухшотный. Инсейн не успевает раздать еще один снаряд и отправляется в ангар, друзья. Понимаешь, что здесь 140-го не один. Ему, конечно, чуть-чуть не везет, потому что братик начинает кдшиться вместе с Патиком. Отлично отрабатывают. Они в обочату команды. Проблема, Инсейн успевает нырнуть все-таки. А не вообще, стреляет. Есть ли там прострел у него? Тоже там он же за камнем стоит. Ему надо сохранить позицию, сохранить строй. Иначе он может и встретить. И здесь, мне кажется, тоже, в принципе, не особо важно, потому что погибает первый чех у команды Упс. У Insane остается всего лишь 70 хп, он также погибает. 717 урона по братику заходит, однако этого очень мало. Ребята, в конце концов... Ну, судя по всему, страсти, интриги, расследования не только лишь на нашем сервере, но и на европейском что-то как? Есть такое. Синерджи. Что это было только что? Silence, Cross, что Insane? Что за безумец этот парень? Тут еще и попытка заехать на Крюкса. Что они делают? Уже реально какие-то 3-2-2, я не знаю. По-моему, они такие прям сегодня расслабились и такие, ребята, давайте пофанимся, что ли. Я не знаю, мы все равно первые идем. Когда он выстрелит по захвату, будет все как раз и решено. Да, Гросса не должна, собьет. Арта должна работать. Гросса тут мешает братьям, без шансов просто. Он просто сейчас добьет СТБшку. Одна секунда, ноль. Одна, ноль. Есть битие, но посмотри, какое преимущество. Кноки брет, бешеное ПХП. Уже минус СТБшка. И здесь пятые дальше на блоке стоят. Кто собьет в следующий раз? Артиллерия в КД, 3 секунды остается. Ребята, Кноки брет. Битие, Демнус. Поздравляем Кноки Брёд с победой в этом матче. Они, кстати, не под прострелом артиллерии пока еще, но вот-вот. А, кстати, Рыжий Патрик уже отстреливался, и драка-то идет в разгаре. Минус танк, в Делайн, еще один отправляется в ангар Dead Zone, следующий Церниктер. И будет очень сложно. Есть каточек, надо добирать, но при этом нет, не получается. Очень сильно просажена техника, лишь один снаряд остается в барабане. Ну как делит жизнь свою игроки из Penta Sports? И там Вафля выезжает первый. Там Вафля, есть еще с тыла Вафля подъезжает как раз Raven и Chair. Сейчас он будет раздавать здесь свой барабан. Минус от Raging Potato. Нужно ВТ-шечку здесь забрать по фокусу очень быстро. Три барабанщика. Да нет, ее сейчас просто сотрут. Шуки врывается, но нет, уже не торопится. Уже уезжает назад. Все-таки раздает свой барабан. Шуки, почему ты не стреляешь? Почему так долго? 9 секунд. Мука выезжает. Он, на его вообще все целят, но всего лишь один шот проходит. Захват нужно сбивать с Монтелайна. И Рейвен и Чер должен понимать, это Макмани сейчас, но он не вылезает. Его ловят и ждут. И Мука снова выезжает. Его снова целят. Три ствола. И он получает 1178 хитпоинтов. Макмани не выезжает на сбитие. Сбитие проходит и еще раз. Надо ехать. 6-7, драка, надо ехать. Надо контратаковать. Они понимают, что сейчас здесь три танка у них в тылу. Нужно въезжать вперед на дечу. Нужно на ВТ-шечку. А там они успели заехать. И Е3 начинает раздавать. И сколько дэмэджа влетает в Пенту. Боже ты мой, Утопия. Утопия разрывает команду Penta Sports.